всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. И в этом видеоролике мы поговорим о том, что многим пользователям прилетел бан ника. Бан ника многим прилетел на 24 часа. То есть челик тоже, ну, многие подписчики прям вообще обосрались, когда увидели у меня вот такую вот хуйню. Да и я сам, если честно, с утра просыпаюсь, вижу такую хуйню. У меня откровенно полные штаны, блять, полные труселя, блять. Вот, тут пишется: контент удален, информация профиля, имя профиля, контент удален. И, короче, если мы заходим сюда, у нас пишется о том, что бан аккаунта на 3 часа. Добрый вечер, да, блядь. И здесь мы, естественно, нихуя не можем посмотреть, почему, за что, блядь. Потому что сюда мы переходим, у нас ошибка, блядь. Ну, ошибка это, блядь, сами нахуй Valve, блядь, со своим Steam лагучим, ебучим, блядь. Нихуя починить не могут, нихуя не могут объяснить причину. И первое, наперво, что я подумал, что мне дали бан ника за то, что у меня никнейм Кунька. То есть мы видим здесь Кунька, здесь аватарка Кунька. Но нет, народ, как оказалось, бан ника дают за то, что вы вставляете различные сайты в свой. То есть, вот, мы видим, тут у нас Genza, Phantom 111. На Genza я ставлю ссылочку, прикрепленную в первом комментарии. Вот у нас боты, отлетели боты CS Money. Хотя, что очень странно, поскольку люди очень, ну, вообще никто не думал, что за CS Money может прилететь бан ник, поскольку CS Money являются некоторыми спонсорами на некоторых турнирах и так далее. Вот, и следующий уже, после непосредственно самой Genza, где вот он используется мой скриншот, за такие примеры, это пример сервиса, народ, за все сервисы сейчас, походу, будут влеплять бан ника, поэтому, если вам до сих пор не прилетел, но вы используете какой-то ник, ну, какой-то там лутфарм, я не знаю, вот, кейс фейл, прочую хуйню, я вам советую срочно удалить эту надпись, оставить только ваш никнейм. То есть мы видим то, что тут везде прилетает, не только мне, за трейд GG, swap drop GG, то есть за все рекламы любого сайта вам может прилететь бан ника. Сейчас первое, что вы должны сделать, это удалить все нахуй, оставить только свой никнейм, без всяких бонусов, поиграть без бонусов на сайтах, пооткрывать и так далее и тому подобное, дабы избежать бана ника. Для тех, кому он прилетел все-таки, вы не бойтесь, народ, я тоже поначалу обосрался, вы не бойтесь, просто-напросто берем, ждем, когда у нас снимут бан, меняем на никнейм, на обычный наш никнейм, и все будет хорошо. Этот бан дали не за цензуру, потому что если был бы за цензуру, мне бы забанили аватарку, мне бы забанили стену, возможно, еще что-нибудь забанили бы, вот. И, естественно, многие люди, которые увидели вот это, обосрались, потому что именно такое происходит с аккаунтом, но еще, правда, слетает аватарка и все остальное, когда дают бан комьюнити. Бан комьюнити — это когда вас блокируется торговая площадка и все трейды. Но, как мы видим с вами, вот, здесь у меня ничего не заблокировано, это Steam Helper в расширении браузера, и мы видим, что у меня нету никаких банов, вот он, комьюнити бан, он, слава богу, блять, у меня его нету, потому что не трейдить ничего с этим нельзя, и тогда будет полная жопа. Вот, народ, так что, если вы так же, как и я, обосрались, подтирайтесь, народ, все будет хорошо, просто вставляем, пропишем обратно свой никнейм, ничего больше не добавляем, просто никнейм и все. Для тех, кто сыт получить эту хуйню, просто оставляйте просто никнейм, без всяких доменов, то это TradeGG, там, CS Money. Вот за CS Money вообще обидно было, потому что CS Money реально является спонсором, блин, и Valve все равно всех под одну гребенку, но это Valve, все через жопу, все как обычно, странно, что главный габен, блядь, не русский, обычно у нас все через жопу, но нет, как видим, в Америке тоже все плохо. Вот, лутфарм, и, короче, я попал вот под эти две, у меня было CS Money и лутфарм, слава богу, бан всего лишь на 24 часа, я не знаю, возможно, даже сегодня стримчик подрубим, так что, народ, просто удалите сейчас все, пока эту хуйню не решат, пока эта хуйня не решится, пожалуйста, не используйте никакие дополнительные домены в своем никнейме. Ну, а на этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы следить новые видео или стримы, а с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота, всем удачи, народ!